Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять десяточка, опять трэш. Плюс 2 имбы. Сейчас немножко посмотрим, пораставляем статки, посмотрим плюшки. Возможно, что-то паролим, как обычно, за самики. В общем, поехали. Мега-аккаунт за минимальный донат. Let's go. Вот такие вот плюшки я сегодня забрал. Забрал скин на землеройку. Забрал скин на топового героя на деф. Это розу и карточки, которые нам, по сути, дадут только повторки. Ну и, как видите, дофигище просто плюх. Просто дофигище. То есть нам не надо уже париться над прокачкой талантов. У нас кгшек хватает. Нам нужны будут иногда кгшки на эволюцию. И все. Ну и также питомцев. Плюс проклятые доспехи. Тоже самые обалденные. Так. Давайте пооткрываем. Сразу же 8. Так, Ронин. В принципе, хранитель. Ну, все надо. На повторке надо все. Бум. Две афинки, две ПБшки. Окей. Ну, как видите, здесь просто дофигища. Плюс практически 2 миллиона кулаков. Ну, тут мы сможем, если нам нужно будет потом что-то паролить. 16 миллионов. То есть нам хватит кгшек в любом случае на эволюции попереводить героев. Единственное, с зпшками, ну, у нас есть 5000 книг. Я думаю, плюс-минус их нам должно хватить. Так, окей. Вроде так, с ресурсами неплохо. Все, поехали. Пооткрываем скины. О, нам дали. Так, землеру. А, у нас уже он прокачан. Ну, на это. Что у нас тут? За десятку пак. Ну, такое себе. 800 апекс камней. Маловато. Маловато будет. Так, окей. С этим разобрались. Поехали. Попробуем словить. Здесь еще купончик. И сейчас, ребятушки, будет самый основной трэш. А у нас тут нету шансов. А, я сегодня здесь же. Я сегодня здесь. А что я сегодня здесь получил? Я вроде купон здесь. На немке купон получил. Такс. А ну-ну-ну-ну, сейчас зайдем, а то у меня что-то вылетело. По-моему, это у нас же на бездонате на немке был купончик. Сейчас посмотрим награды. Видите, на данный момент у меня нет купона. Да, вот я по 300 камней получил два раза. Ну, кому как прет. Так, окей, с этим мы разобрались. Ну, теперь самое интересное, ребятушки. Вуаля! Забираем. Забираем еще одну имбу, недостающая шапочка. И того, что у нас получается по донатику. Ну, 50, то есть треть. И это, ребятушки, еще не все. Так, у нас сразу открылся герой, и у нас еще один герой. У нас есть, наконец-то, землеройка. Как получил, вот пак за двадцатку, 100 осколков, у меня 150 было. То есть мы получили вот книжечки, то есть топовые плюшечки, две эмблемки, все дела. В общем, английский сервер реально тащит. Поехали. Открываем землеройку. Вот вам, пожалуйста. Как быстро здесь собираются герои. У нас остался Минотавр и Разруха, по сути, с донатных. Ну, Разруха это такое, Минотавр самое интересное. Но самое интересное, смотрите, у нас еще до сих пор Вольта нет. Это просто жесть. Мы еще до сих пор без Вольта. Так. А теперь самая тоже интересная тема. Как получить... Давайте составим команду. О, давайте прикольнемся. Они у меня же первого уровня. Сделаем так.
на мессу. Поехали. Собираем, ребята. Собираем. Гаргула, еще одного недостающего героя. Правда, я в рандом побежал. Мы сейчас попробуем что-то словить. Я думаю, здесь без проблем затащим. 35 осколков. Отлично. А, мы дальше по силе просто не проскачем. Что-то я решил, это надо, чтобы кто-то приглашал. Это надо основой добавляться в друзья. И только тогда. Так, окей. Что у нас по недостающим героям, которых можно выролить? Гарпия, череп. Дед Мороз, рогатка. У нас, кстати, нету. Так, свалена нету. У нас еще таких хороших героев тоже не особо много. Ну, поехали. Попробуем, как обычно, потрешивать. По 450. Тыковка. Ну, тыковка у нас уже есть. Паладин. Вуаля, ребятушки. Третий герой недостающий. Это у нас Ара. Три по... И на каждой попытке, как видите, выпал один герой. Так, еще плюс Ара. Итого. У нас уже практически топовый алтарь. Так, давайте пробежимся по акциям, что у нас сегодня есть. Две попытки тут. Надо все забирать. Но все потом пригодится. Так, с купоном понятно. С купоном мы ничего здесь не получили. Так, три шанса есть. Ну, давайте. Вот, две рунки на эволюцию. Неплохо. Две коробки с пятами. Ничего себе. Так, коробки мистические. Давайте в Blossom Bones посмотрим. Ну, расходники, как видите, дают очень неплохие. Сердцеедку получили. Яичко. Вот чем мне нравится английский сервер, что донатные акции здесь переносятся, они остаются, если у вас есть попытки. Так, отлично. Блин, сколько разных акций. Как классно начинающему аккаунту. Реально. Энди Кейн. Гарпия, ребятушки, четвертый герой. Обалдеть. Плюс 4 героя сегодня. Это просто пруха. Это английский сервер. Какая пруха. Это английский сервер и донат, скажите вы. Так, окей. Плюс четвертый герой за сегодня. Та-та-та. Так, и того, что у нас уже в алтаре делается. 66-88. Так, идем добьем. Так, Lucky Flippin, Smashing Twin. Давайте Smashing Twin, Lucky Flippin. Хотя можно попробовать, там если нормальный будет шанс. А, здесь нет. Это ж немножко не та акция. Я что-то подумал, счастливое число. Так, четвертая эмблема. Ну, эмблема нам тоже нужна. Леди Лео. По сути, это уже повторочка. И, блин. Дали бы дерево, было бы прикольно. Так, окей. Что, давайте еще на удачу. Просто жесть. Что не тычка, то практически легендарка. Бугимен. Ну, у нас Бугимен есть уже. Нам надо некоторых таких обычных героев. Ну, давайте. Короче, не хотят они. Не хотят. Призрачный. Ой, говорю, призрачный. Арташка, рыцарь тьмы. Он тоже у нас недостающий, по-моему. Плюс 5 героев. Вот так вот. Просто изи, ребят. Плюс 5 новых героев.
Вот вам десяточка. Вот как аккаунты собираются за минималку, но собираются топовые аккаунты. Так, окей. Окей. Сегодня акция есть, по-моему, там еще на этом. На найм. Еще тут карту. Интересно, сейчас что-то вытащим интересное. Так, тут у нас две заклинательницы упало. Варлок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Варлока у нас тоже нет. Шестой герой, ребят. Просто изи. Вот это кайф. Шесть героев. Так, окей. Поехали посмотрим, что там у нас еще по плюхам есть. Так, ну мы вроде такое все заюзали, использовали. Поехали попробуем талантики словить на то, что у нас там есть, потому что героев у нас прибавилось. Так, ажур. Ну, мы так пока временно поставим. Шапка у нас будет, скорее всего, с исцелением. Воодушевление. Ремочка. Ремочка. Это огонь. Это просто огонь, ребятушки. Та-та-там. Как хорошо качаются герои. Блин, ремочку Афинки надо было тоже поставить. Поспешил немного. А вот наши ребятушки землероечка. Сюда тоже надо нормальный талантик будет поставить. Такс. Ну, с замедлением у нас, по-моему, героя хватает. Так, землероечка. Ажива, ажива, ажива. Где наш Ара? У нас со скином. Так, еще одна ажива. Тут, блин, героев, конечно, хватает уже с оживами. Так, Анубиса скин, Фрей скин. Вот давайте сюда поставим оживу. Так, еще одно замедление. Блин, кому это замедление тыкнуть? А, у нас же Шкарпия есть, отлично. Вуаля! Let's go! Блин, ремки, конечно, раздают жестко. Красавчики. Воодушевление, баст. Я думаю, поставим лучше ремку. Вместо баста. Так, Витал Бун. Так, просветики у нас идут на гарнизон. ПДшка. Блин, тоже круто. Ладно. Вот так вот, ребятушки, плюс 6 героев на десяточке уже есть. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.